Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нестягин Олег. Недавно я опубликовал видеоролик о гигантских стенах в Казахстане, о озере Боровом. Мы обсуждали стену, как она проходит, как она выглядит. И в основном в ролике были использованы фотографии, которые мне прислали, и также вид по спутниковым фотографиям. И после публикации этого видео мне на почту прислали видео именно с этого места. Видео с горы Слон, как ее называют. А также в этом видео можно посмотреть остров Жумбактас. Я вам предлагаю посмотреть это видео и обсудить в комментариях, что же это на самом деле. Природное образование или все-таки это гигантская стена. Видео я оставил без изменений. Все будет комментировать наш друг Ринат Кадыров, автор этого видео. А я предлагаю посмотреть и обсудить. Вот смотрите. Как считал, говорят, это горы. Но вот если приглядеться, они отдельные все. Это отдельные плиты, отдельные блоки. Причем очень большие блоки. Это мегалиты. Смотрите на это все. Смотри, это реально, это мегалиты. Это не гора. То есть, в смысле, это не природное образование. Четко видно, видишь, кирпичи. Четко видны кирпичи. Смотри. Это блоки, кирпичи. Реально это блоки. Смотри. Еще камень крошится. Да, сейчас. Я знаю. Камень еще крошится. Это натуральные блоки. Это раствор. Смотрите, он весь крошится. Это раствор. Это не камни. Обалдеть. Самое интересное, что все это называют горами, там, скалами. Это мегалиты. Самые натуральные мегалиты. Вот, смотрите, какие блоки. Там по 30-40, наверное. Я, конечно, могу ошибаться, я не эксперт. Но сам факт того, что это не природное образование. Да, блин, это и так видно. Весь вот этот гранит, он весь крошится. Это раствор. Это был раствор. Вот смотрите, идеальные лестницы, ступени. Четко видно, вот она полоса. Вот она полоса идет. Ровная, вон второй уровень. Ровно. Это лестницы. Попробуем выше подняться. Это раствор. Раствор. Он каждый блок по отдельности ложился. Вон каждый блок. Обалдеть. Вот. Вот. Стык. Точно как же, как в случае с Египтом, как в случае с Чили. Сюда даже лезвие не поместится. Оно слишком плотно стоит. Вот стыки. Это стыки. Самые натуральные стыки. Вот так вот
выходим на, наверное, одну из самых популярных картинок заставок Казахстана, которые видели и на марках, и на всяких разного рода плакатах. Так вот выходишь и приходишь вот сюда. Я надеюсь, лед еще твердый. И можно туда пройтись. Да, можно пройтись. Охренеть, простор. Охренеть, красота. Где я был раньше? Обалдеть. Ну вот, мы посмотрели видео Рината Кадырова. Видео, я считаю, неплохое, за что Ринату Кадырову огромное спасибо. Надеюсь, вы также выразите ему благодарность. Ну а теперь давайте приступим к обсуждению в комментариях и попробуем понять, что же это на самом деле. Гигантская стена или природное образование. А на этом все. Всем до новых встреч.